инструменты. Все готово. Микрофон готов. Отлично. Критики, приготовьте пакетики. Сейчас пойдут назад ваши десертики. Не будет лирики в этом концертике. Только грязь и только пинки. Критики, приготовьте пакетики. Сейчас пойдут назад ваши десертики. Не будет лирики в этом концертике. Только грязь и только пинки. Сколько ты поставишь звезд моему альбому? Ага. Когда услышишь это, а услышишь по-любому. Yeah. Когда без сыра-бора поменялись мы местами. Когда ты на сцене, а я зеваю в зале. Почитай мне, а я буду обсуждать, в какой руке лучше микрофон тебе держать. И почему 12 песен на твоем альбоме? Я потратился на 10 и теперь в обломе. Почему совместники с этими, а не с теми? Во втором треке гонишь ритмы не по теме. По моей системе баллов ты обожался, парень. С этими стихами каши мы не сварим. Уважаю творчество, уважаю качество, но то, что кинул район, это предательство. Мое мнение, хотя не знаю я деталей, просто мы с друзьями тебя обсуждали. Критики, приготовьте пакетики. Сейчас пойдут назад ваши десертики. Не будет лирики в этом концертике. Только грязь и только пинки. Критики, приготовьте пакетики. Сейчас пойдут назад ваши десертики. Не будет лирики в этом концертике. Только грязь и только пинки. Они твердят, карандаш, поменяй студию. Они хотят, чтобы делал больше интерлюдий. Я знаю, все имеют мнение, и все мы люди. Но справедливо нас только на том свете судят. Какие снимем клипы, какие пишем песни. Какие носим шмотки, с кем за руку ходим вместе. Имеем ли пороки, уложили сроки с выходом релиза. И у каждого свои капризы. Я смотрю сюжеты, а не часть куплетов. Я слушаю музыку, а не инструменты. Я слежу за творчеством, а не за артистом. Для меня важны поступки, они лицо чист. Критики, приготовьте пакетики. Сейчас пойдут назад ваши десертики. Не будет тупака и 50 сентика. Только грязь и только пинки. Критики, приготовьте пакетики. Сейчас пойдут назад ваши десертики. Не будет Джей-Зи и Эминемика. Только грязь и только пинки.